Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-Ниндзя-Легенды. Так, у нас турнир закончился, друзья. Лига мастеров 3 звезды. Забираем с тобой паки. Забираем с тобой паки. Так, здесь тоже забрали. Ну что, друзья мои, как я и предполагал, что я проспал весь день, я сходил, сделал рентген, пришел домой, взял пару бутылочек пива, выпил их, думал полежать маленько, это было где-то часа два, и сейчас на моих часах 11 часов вечера, ребята, и я сижу, записываю видос в 11 часов вечера. Это о чем говорит? То, что как обычно, часиков в 6-7 утра меня начнет рубить, я опять вырубился, короче, сбился у меня график. Режим сбился, и это, блин, самое паршивое, ребят, что может быть, потому что сейчас будет что? Либо снимать ночью мне, ну, сам понимаешь, мне 28 числа на прием. То есть, блин, не знаю. Я, конечно, ребят, попробую сегодня немножечко, и у меня были планы на сегодняшний день, причем довольно неплохие, поснимать игрушки, особенно Banished, которую я хотел сегодня сделать, может быть, даже в виде стрима. Но так как вот сегодня это получилось, видимо, придется просто за кадром делать. Да и то не знаю, ребят, потому что еще надо, по идее, мне идти и готовить. В магазин я сходил, не только пивка взял, но еще и продукт питания, который надо приготовить, чтобы чем-то, как говорится, питаться. Ну что, ребята, пока... А зачем я начал ежедневки, ребят? Хотя, буст-то уже, наверное, поздно проводить, да? Судя по времени. 11 часов вечера, буст. А ладно, давай пробежимся. Давай пробежимся, фиг с ним. И опять же, друзья мои, поставлю все на автобой. Так, сегодня у меня в планах до часу ночи приблизительно, ребята. Сейчас я снимаю черепашки. Потом драконы Олуха, по идее, должны быть. Дальше, друзья мои, наверное, все-таки я доберусь до Stickman Warrior. Ой, Stickman Legacy. Вот, сниму Stickman Legacy сегодня серию. И дальше плавно переключаюсь на ПК. И буду снимать уже, скорее всего, не знаю, ДРГ, может быть, серию сниму. Потому что мне хочется там немножко подкачаться. А ДРГ серия, ты сам понимаешь, полтора часа это как минимум, два это два с лишним, это стабильно, это нормой, я так называю. И Banished. Это вот такие вот планы, ребята. Что из этого у меня воплотится, что нет. Кстати, да, я еще хотел сегодня Dino Bash. Да-да-да, ребят, Dino Bash я еще хотел сегодня поиграть. Я понимаю, что там сейчас очень тяжело, но надо. Да и какое-то сейчас у меня состояние такое тупое, если честно. С просони встал, я вообще еле поднялся, друзья мои. Как будто, не знаю, как высушенная какая-то тряпка. Или как свое состояние передать, я не знаю, друзья. В общем, проснулся, еще даже не ел нифига. Сразу вот сел за компьютер. Хотя надо было бы, наверное, перекусить. Но чувства голода как такового у меня, друзья, нету. Анюточка, Анюточка, Анютка. Нет, здесь, ребята, уже буст не получится, потому что, ну, во-первых, слишком много времени прошло. Сам подумай. Он у нас обычно идет во сколько? В 3 часа откат идет, да? А на наших часах уже 12 час. Ну, так вот. Сам подумай. Что ты здесь можешь сделать? Как ты тут можешь бустануть? Да никак. Я знаю, что я хочу, ребята. Ну, самое удивительное, что я сейчас сел, открыл бутылочку пива и опять ее пью. И в процессе этого я вдруг вспомнил, что у меня там куплено очень много капучино, и я захотел именно его. Прикинь? А для этого нужно сходить, включить чайник, ну и сам понимаешь. Друзья мои, спасибо за донатики, и я бы и подумать не мог, что мои видосы действуют как снотворное. Я, конечно, не обижаюсь, друзья мои, конечно, не обижаюсь на это все, но просто, знаешь, когда тебе пишут: «Рэй, очень классные видосы», я обычно их включаю на ночь и засыпаю. Ты сидишь,
И думаешь, блин. Значит, либо я зануда, потому что обычно, когда я смотрю какие-нибудь передачи, да, там, и они занудные, меня вырубает, будь здоров. Лучше всякого снотворного действует. Вот. Поэтому, не, ребят, конечно же, я не обижаюсь. На что? Че, вы не имеете права, что ли, засыпать под видосы? Конечно, имеете. Это я уже так просто прикалываюсь. Так, погнали. Сегодня еще постригся, точнее, побрился наголо. Голова такая свеженькая, сразу ей так легко стало. А то надоело эти космы таскать. И хотел я, думал, немножечко сходить на тренировку, ноги потренировать. Ну, потому что плечи и спина, как я уже говорил, ребята, у меня в полном отказе. Думал ноги потренировать чуть-чуть. Потому что, ну, как тебе объяснить? Когда ты привыкаешь к тренировкам, и у меня в данный момент последняя тренировка была 13 февраля, сегодня уже какой? 26, это считай 13 дней назад. Это, грубо говоря, 2 недели. Вот. Начинает такая своего рода ломка. Ты начинаешь себя чувствовать, как будто ты разбитый в хлам человек, понимаешь? Когда ты ходишь на тренировку и, ну, приходишь, ты постоянно такой, знаешь, как мотивированный, такой весь энергичный. А когда ты не ходишь, чисто вот валяешься, как старая тряпка на диване, ты начинаешь дреблеть. И вот эта вот дряблость, хуже не придумаешь, ребят. Она вот тебя как раз-то и просто убивает, грубо говоря. Почему у нас люди, которые не ведут активный образ жизни, по большому своему счету, сокращают продолжительность жизни, там, насколько, на 23%, по-моему. В принципе, это можно понять. Почему, друзья? Ну, ты лежишь. Естественно, у тебя кровь, поел, лег. Опять это откладка жиров. Причем жир, как сам понимаешь, не очень-то хороший. Все это на сосудах, бляшки. То есть, 5-10. Почему вот люди мало пьют воды, а на утро встают, у них бац, инсульт. Там еще что-нибудь. Потому что он лежит постоянно. Нет, и не есть хорошо. Надо двигаться, надо. Если ты не можешь чем-то заниматься, ну ходи тогда. Просто ходи пешком. Ходи очень много. Вот. Мы по приори так, такая сущность, что мы должны двигаться. Ходить там, я не знаю, там. Кроме того, мы должны ходить, ползать и это. Мы только летать не можем. А остальное все нам подвластно. Ходить, ползать, летать, плавать. Это все можно. Остальное это нам, как говорится, чуждо. Вот. Так что, ну и, конечно же, не стоит усугублять всякими крепкими, хреновыми напитками. Да, может, даже не крепкими. Пиво, я считаю, ребята, это один из самых опасных напитков алкогольных. Слабоалкогольных, можно так назвать их. Потому что и качество их, производство и его вред нашему организму, конечно, наносит такой неповторимый. Так, мы с тобой двигаемся, и все, никак не можем перейти. У нас 36-й только лишь уровень у бойцов. Естественно, ребят, я здесь сейчас ставлю на автобой, потому что нечего, как говорится, им тут расслабляться. Да и я могу спокойно посидеть, как говорится, глоточек снотворного принять спокойно. А еще надо идти и что-то делать с курицей. То ли ее запекать, то ли ее тушить. Одно из двух. Ну, я обычно, ребята, делаю как? Гречка у меня уже сваренная. Я сейчас ее просто порублю на кубики. И, как говорится, в соусе я ее, наверное, все-таки затушу. Обычно я ем тушеную курицу, редко ем вареную. Ну и бывает, естественно, печеную в духовке, когда запекаешь. Но сейчас мне почему-то хочется именно тушеную. Она становится мягонькая, вкусненькая и
сытненькая. А самое главное, что она получается не сухая. Вот. Потому что, я думаю, многие, наверное, ели курицу. Особенно вот эту вот отварную. Блин, она такая сухая. Такое ощущение, что ты просто ешь, я не знаю, там, солому. Ну, еле проглотить ее. А когда ты ее тушишь в каком-то соусе, она размягчается. И после этого ты закрываешь крышечкой, оставляешь ее где-то на часиков 8-10 под крышкой. Она еще лучше, ребята. Она впитывает в себя вот этот вот соус и становится вообще просто объедение. Так, друзья, мы с вами забрали столько до Лиги Самураев. 2 звезды. Это хреновый показатель. Потому что у нас уже с тобой 70-е уровни пошли. А мы с тобой до Лиги Самураев 3 звезды даже не... Нет, мы доберемся. Но стоит ли говорить про Лигу Сёганов? Вот я о чем. По-моему, нет. Ну вот смотри, видишь, что делает Тимати. Тимати, как всегда, ребята дразнит. Как всегда дразнит. Но он, тут он выдержит, понятное дело. Ой-ой-ой-ой, куда ты? Куда ты, парень? Бамс. Вот, друзья мои, элементарный пример. Донателло, у него есть массовая атака. Ты только что видел, да, он применил. Но какая она никчемна, вот эта массовая атака. Когда он палку свою шест ставит как маяк, да, и включает его, чтобы, типа, сделать ориентир на туда, куда вылетит вот этот астероид. Если брать, например, астероид Армагона, который он бросает, и вот этот астероид Донателло, разница, по-моему, ребята, колоссальная. Просто колоссальная. Армагон бы всех бы вырубил бы с удара. А Донателло еле-еле отнял половину хп. Причем уровни у персонажей были там 40-е, ну до 45. До 45 уровня. Так что этот удар у Донателло космос полное, извините меня, фуфло. Так, слушай, может быть, мы сможем добраться с тобой хотя бы до Лиги Мастеров. Пускай даже хотя бы 1 звезда. Уже было бы что-то, ребята, чем, ну, оставаться на Лиге Самураев. Согласись. Так. Ага, ага. Прекрасно. Не знаю, может быть, по ПВЗГ, растение против зомби-героя, стримчик закатить сейчас. Но кто его сейчас будет смотреть? У меня, еще раз повторяю, ребята, аудитория такая, которая, ну, детишки, скажем так. Ну, я за всех не могу ответить, но большинство, большинство. И сейчас они в это время спят, и как бы включать стрим, как в тот раз, и сидеть на нем одному, ну, такое себе. Да? Ну давай, бомбите, ребята. Ну тут, конечно же, мощные ребята. Тут они за сотку, ну как за сотку, сотка. Они их просто провали всех. Для них-то для них это было на изи. Блин, я офигею, в Лиге Самураев 3 так долго продвигаемся, ёк-макарёк. Да что ж ты делаешь-то, а? Давай вот так вот попробуем. Там у нас еще, по-моему, на один поединок осталось всего лишь. Вот. То есть много мы здесь с тобой не пройдем. Естественно, заданий никаких нет, кроме ежедневок. Ежедневки мы с тобой сделаем. Вот. И как бы все. Так, друзья мои, ну что, мы добрались. Мы добрались все-таки до Сёгуна. Мы добрались до Сёгуна, но что у нас тут? 1, 2, 3, 4. Раз, два, три. Ага, все. То есть вот этот поединок и следующий еще будет. Ну, Лига Сёгунов 1 звезда, ребят. Мы с тобой, когда бусимся вообще,
Лига Сёгунов 3 звезды. Это, ну, как бы с натяжечкой, но мы доходим. Можем даже, если повезет, как в последнее время, можно было бы попасть в Лигу Мастеров. Но здесь мы с тобой добрались только лишь до Лиги Сёгунов 1 звезда. Так что делай результаты. Мне вот интересно, как мы с тобой так умудрились сделать, чтобы отыграть всех персонажей. У нас обычно всегда оставался какой-то один персонаж, как говорится, не в удел. А здесь прям все, как под расчет. Интересно. Так. Ну как же кожеголовый, блин, сотого уровня. Удар хвостом считается, ну, один такой из неплохих ударов. Не добил Сплинтера. Меня это иногда просто удивляет. Ну что, друзья мои, все, с ареной на сегодня у нас закончено. Так, теперь нам нужно сделать наши ежедневки. Даже на 2 звезды не пришли. Наши ежедневки. Так. Поднять уровень персонажа. Давай сразимся в боях. Так, Леонардо. Оп. Где наш Рафаэль? Вот он. Так, друзья мои, прокачиваем ему левел. 3 уровня, нормально. Здесь нам надо найти вот этот вот маяк, или как он там называется. По-моему, маяк трицератопсов. Трицератопсов, по-моему, так. Но на... Блин, не ту нажал. Но нам выпадает комментарий постоянно. Блин, у меня еще задница до сих пор, друзья мои, булки болят. Маяк трицератонов. Болят от этих уколов, блин, а мне еще дофигища делать. Блин. Ну, надо делать, че ж. Не будешь же прерывать. Так, подожди, я что-то не то сделал. Ага, нам... Ё-моё, сколько там книг этих? 16 штук. Вы серьезно? 16 книг надо, прикинь? Вот этих вот, которые сейчас только что выпало. То есть я могу даже не читать, я могу смело просто, ребята, потратить здесь все свои очки, все свои баллы, вот эти вот. И то не насобираю. Ну, я имею в виду телепорты. Да, эти книги выпадают еще с такой незаурядной, как говорится, последовательностью. Ну, сейчас в последнее время вроде... Вроде пошло нормально. Нет, это было видение. Тогда я гляну, сколько там нам еще. Еще 7, друзья. Но у нас пиццы. Все, пицца заканчивается. Все, она закончилась. Так, забираем здесь, друзья, награды. Да. И на сегодня я буду закругляться. Вам всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!